17 марта 2022 года. Буквально 13 числа я купила такие капсулы по 269 рублей. Теперь они стоят 616. Просили показать тушенку белорусскую. Вот белорусская тушенка, 218 рублей, свиная. Ну, я так понимаю, что это тушенка низкого качества. Но даже трудно себе представить за 47 рублей, что может находиться в этой банке. Косовок вроде как ничего, но я пробовала говяжью. Это свиная. Какая она, не могу сказать. Полки не должны пустовать. Вместо сахара молоко. Барилла 99 рублей. В предыдущем ролике в глобусе 122. Круп еще меньше. Только рис. В ограниченном количестве. И самый простой 61 рубль 900 грамм. Магазин «Пятерочка». Зубная паста. В фикс-прайсе покупала по 99 рублей несколько дней назад. Магазин «Пятерочка» на 17 марта 2022 года. В «Дикси» на сегодняшний момент капсулы «Персил» 14 капсул 349,90. В «Пятерочке» 616.